Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня буду печь пирог. Пирог тертый, кудрявый, каракуль, его называют по-разному. Пирог очень домашний, подходит для вечернего чаепития. Испеку сегодня пирог в мультиварке, специально по просьбам подписчиков, у которых нет духовки. Для приготовления этого пирога нам с вами понадобится 250 грамм муки, 120 грамм масла, 1 яйцо, 70 грамм сахара, пол чайной ложки соды, ее нужно будет погасить уксусом, и любое варенье. Варенье желательно брать с кислинкой, и чтобы оно было густое. За варенье также спасибо моей подписчице Ане Сергеевне. Ну что ж, начинаем печь. Тесто делается очень быстро. Высыпаем всю муку, добавляем сахар, добавляем яйцо. Сюда же добавляем порезанное мягкое сливочное масло и гасим соду, добавляем тоже сюда. И теперь это все нужно перетереть руками. Вымешивать тесто не нужно, его нужно просто собрать в шар. Ну вот, собрали тесто в шар и делим это тесто на две неравные части, приблизительно 2/3 и 1/3. Меньшую часть мы раскатаем в такой более тонкий пласт и положим буквально минут на 10 в морозитель. Далее берем чашу мультиварки и укладываем в ней две полоски пергаментной бумаги, вот так, крест-накрест. Это для того, чтобы нам потом хорошо достать наш пирог. И кусочек теста, который был побольше, укладываем на дно и делаем такую небольшую корзинку. Бортики высокие не делайте, будет достаточно 2 сантиметра. Ну вот, приблизительно как-то так у вас должно получиться. Значит, затем выкладываем наше варенье. Ну вот, выложили варенье, хорошо распределили по дну. И сейчас натираем остаток теста, который был в морозителе, наверх. Ну вот, я натерла тесто, хорошо сейчас его распределяю по всей поверхности. Устанавливаем чашу в мультиварку на стандартный режим выпечка. Ну вот, я достала пирог из мультиварки. В моей мультиварке он простоял час. Все-таки 40 минут было маловато. Обязательно ориентируйтесь на свою мультиварку. Сейчас пирогу нужно дать остыть и желательно это сделать на решетке. Ну вот, наш пирог остыл. Так как он выпекался в мультиварке, он, конечно, бледненький. Но на вкусе, конечно, это не отражается. И сейчас мы его присыпем сахарной пудрой. И я покажу, как он выглядит внутри. Ну вот, смотрите. Очень много варенья. Пирог рассыпчатый. Вот видите, основа песочная. В общем, пирог очень-очень вкусный. Для тех, у кого нет духовки, я думаю, это будет таким маленьким спасением. На этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. Обязательно приготовьте этот пирог. Получилось у меня, получится и у вас. Пусть все рецепты будут вам по карману. Ставьте лайки, просматривайте мои видео и подписывайтесь на мой канал.